Привет всем! Сегодня будем делать сосиски в тесте. Сосиски вот такие маленькие я взял, небольшие, в половину где-то стандартного размера. И сыр еще до кучи. Сыр твердый. Тесто сдобное для пирожков, дрожжевое. Манка и масло. Сейчас мы почистим сосиски от кожуры. Сейчас нам надо маслом намазать руки. Берем не так много масла. Вот видите, как смазываем. Берем тесто. Вот оно не прилипает к рукам. Это очень замечательно. Берем нашу сосисочку и начинаем заворачивать. Видите, если мало, добавляем тесто. Лепится очень быстро, легко. Видите, просто очень. И в манку. Берем опять тесто. Берем сыр. Сыр я уже пробовал, очень вкусно получается. Почему я заострил внимание сейчас на сыре? В том плане, то что он растекается и такой изумительный вкус получается. Мне очень нравится, ну и моим тоже домашним. Все, слепилось очень быстро. Тоже отправляем в манку. В процессе все остальное также делаем. Вот берем еще. Берем сыр. Вот так обваливаем. И начинаем руками в ладошах его крутить. Все, готово. Ну еще на всякий случай. И в маночку. Ребят, здесь импровизировать можно. Кому что удобно, сюда можно начинку любую добавлять. Тесто вот покупное, самому месить не надо. Сейчас уже наши кафешки все избавили нас от этого. Не то что кафешки, еще и в магазинах продается. Вот, быстро все лепится. Готовится тоже быстро. Налепили мы сосисочки с сыром. Теперь можно идти готовить. На заранее разогретую сковородку с маслом подсолнечным можно уже выкладывать наши сосисочки в тесте. Готовится. Масло надо не жалеть, побольше. И готовим 3-4 минуты с одной стороны, и потом перевернем, будем также готовить и с другой стороны. Смотрите, какие они аппетитные становятся, увеличиваются в объеме. Надо готовить на среднем огне, чтобы наши сосисочки и сырок не подгорели. Смотрите, вот сырок уже начал, чуть-чуть дырочку нашел, уже плавится. Смотрите, они плавают как поплавки сверху. Можно уже переворачивать, в принципе. Масло хорошее, смотрите, ничего не подгорает пока. Здесь вообще как мячик воздушный вот этот получился. Запах изумительный. Пришло время нам доставать и загружать следующую партию. Загружаем следующую партию. Готовится быстро, вкусно. Ой, я не знаю. Все довольны. Ребят, сейчас я покажу, что внутри получается у нас с сыром. Вот кусочек есть. Смотрите, какая красота. Смотрите, это лучше всякой хачапурины. Так что, ребят, такие вот дела. Ребят, не удержался. Ем изумительно вкусно. Это... нектар какой-то жизни. Вкуснотища, не знаю, передать не могу. Ребят, пока готовится последняя партия, хочу показать, что у нас внутри. Горячее, ужасно. Во как у нас здорово. Ребят, очень интересный рецепт, очень вкусный. Рекомендую, пробуйте.
Не знаю, экспериментируйте. Обязательно экспериментируйте. Если что-то там, в комментариях напишите, если у кого интересное есть какое-нибудь предложение или интересное что-то такое. Ребят, не бойтесь, если у вас что-то там не получится. Лишь бы делайте, у вас обязательно что-то получится. Не получается у того, кто не делает ничего. Так что, ребят, такие вот дела. У нас последняя партия заканчивается. Скоро уже буду доставать. Время пришло доставать. Выключаем газ. Убираем на тарелочку все это дело. Масло сливаем с наших импровизированных пирожков. Ребят, вот такие вкусные вещи получились. Кому была интересна такая затея, поставьте, пожалуйста, лайк. Кому нет, дизлайк. Подписывайтесь на канал. Всем приятного аппетита. Пока.